Всем привет, дорогие зрители, с вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. Меня зовут Агаси, я хочу вам предоставить две квартиры, 2 плюс 1 на новостройке, две пустые квартиры. Вид на горы, глазами видно вот так на данный момент, даже ближе. Рядом есть парк, тут больше ничего не построят. Вот в той стороне что-то строят. На крепость Алания, наверное, в будущем вид уже не останется. Да, пока что можно посмотреть, полюбоваться. А когда достроят там здание, уже все. Можете картину не увидеть. А тут вид на море у вас останется. Кусками, но есть. Вот так видно глазами. Бочки тоже видно. Рядом люксовые проекты, как Джебеджи Тауэр, Твин Тауэр, Конак Тауэр, 3 Мигрес в шаговой доступности, вот отсюда я его вижу, вот он. Росман магазин, Старбаксы, вот эти все кафе, рестораны, все в шаговой доступности. Хорошая локация, до моря максимум 270 метров. Глазами море увидите, я вам максимальные метры говорю, со всеми поворотами, вы окажетесь в воде. До воды. Итак, тут два балкона. Это первый балкон. 75 квадратных метров полезная площадь 2 плюс 1. 8, 75, 78 может быть. Так как новостройки сейчас маленькие строят. Гостиная где-то 18-20 квадратных метров полезная площадь. Все с доводчиками. Я тут раньше этот ролик снимал. Цена была выше. Сейчас цена 123 тысячи евро. Раньше была цена 128 тысяч евро. Сторона юго-западная. Высота потолков 207 сантиметров. Не буду томить вас. Быстренько покажу. Есть бассейн большой с горками, сауна, хамам, фитнес. Тут у нас 11,5-12,5 квадратных метров полезная площадь. Это спальня нормальная. Отсюда также видно крепость Алани. Здесь санузел, вот это все поставят на место. Проточный водонагреватель фирмы Veito. Душевая кабинка. Ну, прихожая. Такая вот прихожая. Планировка вам может понравиться. Эта спальня поменьше, чем та. И здесь где-то тоже 12. Нет, не буду говорить 12. Сейчас посчитаю по кафелям. 60. 1,60. 3, 4, 5, 6, 6 на 6, 180, 2 метра. Ну, здесь у нас 11 квадратных метров. Вот так я увидел глазами. Минимум, может быть, и 1,5. И вот второй балкон. Сейчас покажу ему вторую квартиру. Цена этой квартиры 123 тысячи евро, айдат 750 лир. Это вторая квартира. Вид получше, думаю, что там крепость вид. Тут тоже на море. Вот глазами море видно вот так. Там канал, маленькая речка как бы протекает. Здесь что-то, если когда-то построят, маленькое здание будет. Не знаю, ничего не могу сказать, но тут два бассейна. Вот главный бассейн. Вот он. Вот это главный бассейн этого проекта. Я еще снизу вам покажу ее. Также вид на горы с левой стороны. Здесь сторона восточная, а также квартира сторона северная. Первый маленький балкон. Эта спальня тоже где-то 11,5 квадратных метров, одинаковая планировка.
только сторона другая. Еще покажу вам с этой стороны. Нужны будут дизайнеры, поможем также обставить квартиру. Все. Как? Ну, не знаю, мне тут эта квартира более понравилась, чем та квартира. Напишите в комментариях, что именно. Это лучше или та квартира? Высокий этаж, не помню, 8-й, 7-й. Два лифта здесь. Так, здесь прихожая. Вот прихожая тут. У этого планировка мне вроде больше понравилась. Проточная модель нагревателя фирмы VITO. И гостиная. Отсюда вид на горы. Может, когда-то тоже здесь что-то построят. Но расстояние от того проекта до сюда большое. Открытая парковка есть. Вариантов много. Работа по запросу. Приезжайте в Аланию. И решим также вопрос с переводом денег. У нас официальное представительство в районе Махмутлар, Золотая корона и другие переводы. Этот как Риа Мани Трансфер. Помогаем перевести рубли на лиры. Моментально переводим по курсу того дня. Отправляйте рубли на нашей рублевой карты и получаете лиры, доллар, евро по курсу того дня. Также у нас есть перестановки, поможем и с этим вопросом. Золотой лифт. Два лифта, это первый и второй еще есть. Около лифта у нас сауна, здесь темновато, не знаю как включать. Ну, большая сауна. Тут фитнес. И сейчас еще покажу. Там зона барбекю, беседки. Есть генератор. Пандус. И снаружи открытая парковка. Детская игровая площадка. Парковочные места для велосипедов. Там еще одна беседка есть, как вы видите. А, цена той квартиры 122 тысячи евро. Цена до другой квартиры, первой, которую я вам показывал, 123 тысячи евро. Звоните, если вам понравилось что-нибудь из этих вариантов. Всем пока-пока. Не забываем поставить лайк или подписаться на наш канал. Всем пока.